Вы смотрите канал CryptoDealers. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать To The Moon. Black Moon запустит продажу криптовалюты Gram. По сообщению информационного агентства VC.ru, на бирже блокчейн-платформы Black Moon появятся токены Gram, которые планирует выпускать мессенджер Telegram Павла Дурова в рамках своего проекта Telegram Open Network. Об этом VC.ru рассказал представитель Black Moon Financial Group. Один из основателей Black Moon Financial Group, бывший заместитель гендиректора ВКонтакте Илья Перекопский, который с апреля 2018 года занимает должность вице-президента Telegram. Пользователи Black Moon смогут хранить токены Gram и торговать друг с другом в парах с другими криптовалютными и фиатными средствами. Токены Gram будут поступать на биржу от швейцарской компании Gram Vault, с которой Black Moon договорились о партнерстве. Gram появится на Black Moon после того, как Telegram официально запустит Тон, сказал представитель компании, но не уточнил сроки и стоимость токенов. Среди клиентов Gram Vault крупнейшие инвесторы в Тон, говорит представитель Black Moon, но конкретных инвесторов не называет. Gram Vault работает в соответствии с законодательством Швейцарии в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма под контролем швейцарского управления надзора за финансовым рынком. «Мы верим в перспективы блокчейна от Telegram и планируем всячески содействовать повышению ликвидности для Gram. Более того, Black Moon за счет имеющихся ресурсов предоставит пользователям возможность покупки Gram с банковских карт, что на первых порах будет уникальным предложением», — заявил Сергей Васин, операционный директор Black Moon. Black Moon – это не первая биржа, объявившая о торгах токенами Gram. Но это единственная компания, у которой есть прямая связь с руководством Telegram. Однако, как и в случае с другими биржами, в анонсе Black Moon нет комментариев представителей Telegram. В июле 2019 года публичную продажу токенов Gram анонсировала японская криптобиржа Liquid, которая договорилась с корейским фондом Gram Asia, позиционирующим себя как крупнейшего держателя Gram в Азии. В июле о планах запустить торги Gram объявила криптобиржа Bitforex. Она занимает 10-е место в списке крупнейших бирж по объему торгов, который в режиме реального времени обновляет CoinMarketCap. В Bitforex говорят, что договорились с участниками частных торгов и получили право разместить 1 миллион токенов Gram. 6 августа Black Moon опубликовала в Twitter ссылку на краткий анализ платформ, предлагающих купить Gram. Обзор подготовлен командой телеграм-канала Tone Board, который называет себя каналом от инвесторов и для инвесторов Tone. Свои личности владельцы канала не раскрывают. Авторы пришли к выводу, что все существующие предложения содержат мало информации, а одна из бирж Cross Exchange предлагает купить ее собственные токены Gram с возможностью конвертировать их в токены от Telegram. К подобным предложениям стоит относиться с осторожностью, предупреждают в Tone Board. Платформа Black Moon в обзор не попала. Пишите в комментариях, собираетесь ли вы покупать криптовалюту Gram и каким биржам отдаете предпочтение.